Друзья, всем привет! Вы на канале Приусадебное хозяйство. Кто еще не подписался, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь моим видео на своих страничках в соцсетях. Вам сделать это несложно, а мне будет очень приятно. Заранее всем благодарна. Заготовка укропа на зиму. Вот. Срезала укроп, помыла его, оборвала от крупных стебельков. И сейчас я буду его нарезать. Нарезать и буду замораживать. Вот. Меленько нарезаем. Он уже подсохший, вот, не смёрзнется в морозилке, хорошо будет набираться и для любой приправы, для супа, для борща, зимой подойдет идеально. Не надо переплачивать втридорога в зимнее время. А это вот у меня базилик уже начал цвести, я его пообрезала, сейчас пойду тоже буду листики обрывать. Но я не буду его морозить, а буду сушить. Одно время я укроп тоже сушила, а сейчас только замораживаю, так как при заморозке укроп сохраняет свой вкус, аромат и почти все полезные свойства. Чего за сушеный укроп сказать нельзя. Во время же сушки большая полезная часть веществ теряется. Замораживать буду вот в таких вот контейнерах. У меня вот маленький, есть немножко побольше. Вот так вот складываю. Рассыпается, также он будет и набираться, рассыпчатый будет, сколько надо, набрал. У меня сухая заморозка в холодильнике. Вот, дорезаю свой контейнер, чтобы был полный. Чуть-чуть еще. Слегка я здесь примяла, чтобы больше влезло. Ну, вот так вот достаточно. Вот, теперь закрываю крышечкой. И в морозилку. На зиму укроп готов.